здравствуйте, я хочу сделать заказ. Да, корпус 9В. Да, 9В, Эллинг 24. Да, кооператив Марина, верно, позвоните от пункта охраны. Да, да, потом там... Это, извините, пожалуйста, Татьяна, это Петергоф? Да, это Петергоф. Куда, новый, старый? Вы знаете, как там, вы знаете, я вам столько заказов уже сделала, как бы там уже как бы знают, куда даже доставлять, уже как тут пройти. Вы знаете, на самом деле это около маяка, понимаете, в Петергофе здесь всего один маяк, вы знаете, эта дорога... Это у маяка, хорошо, слушаю ваш заказ. Значит, маленькая пицца пепперони. Да, потом морс клюквенный 0,5. Секундочку. Перо 30 сантиметров, морс клюквенный 0,5, далее. И еще имбирь маленький. И имбирь в морсе 30 грамм, верно? Да, да, да. Вы знаете, что... Да, мне имбирь, знаете, как к суши вы обычно такой имбирь в такой штучке у вас. Да, 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 да. Вы знаете, что еще такие соусы я как-то у вас заказывала. Знаете, у вас отдельно соусы, вот там к рыбе есть. Знаете, какие вы мне назовите? Тартары, там еще какой-то там такой соус. Да, у нас есть соус тартар. А другой? Цезарь. Цезарь, а еще там, еще пару таких каких-то... Я просто забыла. Сырный, чесночный, барбекю, грибной. Спайси острый. Ага. Так. А они где-то отдельно, здесь их можно посмотреть, да? Где-то они в этом. Да, они по отдельности. По отдельности. Да, а в каком этой штуке посмотреть, где они здесь у вас? Тартар. Ну, у нас в меню есть, у вас есть буклетик. У меня, я по компьютеру смотрю, я на сайте у вас смотрю. Они в каком разделе? Закуски, горячие блюда, бургеры, супы, наборы. Это, наверное, они к этому. Я вот просто по меню ориентируюсь. По меню. Ага. А какие еще? Вот, вы можете зайти в пиццы, и у вас справа будут топинги. Да? Понятно, понятно. Да, и дополнительные соусы. То есть дополнительно можно там что-то в пиццу добавить, да? Да, вы можете как добавить их в пиццу и также заказать в пиццу. Спайси, сырный, чесночный, барбекю, тартар, терияки. Ну, вы знаете что? Да, я слушаю. Давайте тартар, соус тартар. Соус тартар. Да, да, отдельно соус. Да. Желаете заказать десерт, чизкейк? У нас очень вкусно, Нью-Йорк. Нет, спасибо большое, спасибо. Хорошо. Думала, что заказы 56 рублей, сколько суток готовят с дачи? Без дачи у меня будет. Девять В. Да, корпус 9В, Эллинг 24. Корпус 9В, Эллинг 24. Организация кооператив Марина. Позвоните от пункта охраны на территории кооператива Марина налево от детской площадки на углу номер дома 9В. Повернуть направо, Эллинг 24. Да, все правильно там. Ягоды, имбирь 30 грамм и соус тартар 50 грамм, все соусы отдельно. Сумма заказа
сдачу. Скажи, пожалуйста, у меня там есть баллы какие-то? Я вас уже заказывала, может, они списывались? Да, у вас 21 бонусный балл. Желаете оплатить? А, ну давайте, ну да, в минус. Вы можете до ровной суммы до 500 рублей. А, хорошо, хорошо, до 500 рублей. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Значит, так, сделала заказ. Это мой паспорт. Мой паспорт номер 4018-109-216. Выдано ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 07.08.2018 года. Код подразделения 780-041. А это Просперуси. Это девочка Просперуси. Это моя красотаси? Красотуси? Просперуси? Просперуси? А, ну Просперуси лапой. А Просперуси лапой. Просперусенька, ты что сказать хочешь котиком? Просперуси. Просперусенька. Просперуси. Просперусенька, боитесь, что у нас электричество? Просперуси, боитесь, что холодно будет? Если что, электричество можно куда-то отключить. Просперусенька, эти лапуси. Просперуси, ну, ах, это Просперуси. Ах, это девочка. Ах, это красотуся.